Пьяный водитель автобуса устроил ДТП в Сатке. Под шофе он пошел на таран легковушки. На этих кадрах с видеорегистратора автор видео едет по своей полосе, как внезапно автобус идет на таран. Владелец легкового автомобиля говорит, не ожидал такого маневра. Теперь у машины повреждения, а водитель автобуса оказался пьяным. Виновнику ДТП теперь грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Благо, что никто не пострадал. А это Челябинск. Столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили Opel Zafira и ВАЗ 12-й модели. Кто кого мог не пропустить, выясняется. Травмы получили два человека, которые находились в отечественной машине. Водителя госпитализировали. И вот 30-летней пассажирке рекомендовано амбулаторное лечение. А это Магнитогорск. Фура снесла столб и остановила движение трамваев. Да уж. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.